стенах областного дома дружбы мы открываем календарь благотворительных мероприятий «Караван милосердия». Январь положил начало акции «Календарь добрых дел». Своеобразный календарь совместил в себе духовные ценности и помощь людям. Сегодня за проведением древнейших казахских обрядов наблюдали школьники, а главными участниками стали два малыша, которые живут с мамами в центре адаптации для женщин и детей. Каждый месяц 2019 года имеет свое название и проходит под эгидой и посвящается традициям и обычаям казахского народа. Стартует наш календарь с января, естественно, и называется он Сархат. Сегодня мы проводим, показываем обычаи и традиции, такую как бисексало. Колыбель и традиционные расческа зеркальцем. Для двухмесячной Нурсаны сегодня провели обряд бисексало, то есть укладывание в колыбель. Как рассказала мама девочки, семья у них большая, она и шестеро детей. И каждому ребенку женщина старается привить любовь и знания традиций. Нужно сделать для того, чтобы путь, дорога ребенка открылся, это по нашим казахским обычаям делается, поэтому мы пришли, потому что еще не делали. Ну, это то, что традиция, посвященная детям, ну, как нужно, положено по-казахски укладывать детей. Просто для того, чтобы наши дети знали в будущем, те, кто смотрит. А вот вторым героем стал Алинур. Мальчику уже год и 3 месяца, поэтому сегодня для него провели обряд перерезания пут. По традиции перерезать шнурок должен достойный и уважаемый человек. Так он передает свои лучшие качества малышу. Вот и для Алинура обряд провел кустанайский ученый. Алимжан Балжанович Бекмагамбетов. Я понимаю, какое вот будет хорошее почин для этого малыша, что вот такой человек, такой ученый прорежет путь этому малышу, и члены ассамблеи дадут ему такое напутствие бата. Шашу, песни и танцы сопровождали малышей в праздничный для них день. Но организаторы мероприятия не ограничились только на этом. Для многодетных семей подготовили пакеты с продуктами, подарки и саркыт, которые доставили прямо к ним в дом. Алексей Кудрявцев, Камила Салкымбаева, РТН.